В этот же день в администрации прошло заседание антинаркотической комиссии. В заседании приняли участие руководители ведомств и учреждений, главы администрации сельских поселений, представители правоохранительных органов. На повестке дня заседания значилось три вопроса. По вопросу о принимаемых мерах по профилактике, предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории района с информацией выступил старший оперуполномоченный группы наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Ильдар Шимгохов. Значит, по линии законооборота наркотических средств с начала 2017 года по настоящее время на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, а именно в Кашхабльском районе, возбуждено 7 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Всего было изъято с начала года 2017 года в Кашхабльском районе около 200 грамм наркотических средств. За потребление наркотических средств без назначения врача были освидетельствованы 25 лиц, из них были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса административных правонарушений 16 лиц. Также определены профилактические мероприятия в сельских поселениях наиболее пораженных незаконным оборотом наркотических средств. Это значит такие населенные пункты, как Натырбово, Плодопитомник, Игнатьевский. Значит, в настоящее время на учете в Натырбовском сельском поселении состоит 8 лиц. Значит, отработка Натырбовского поселения уже проведена, в результате чего было проведено 6 осмотров территории домовладения. Также с 1 августа по 30 сентября на территории Республики Адыгея проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2017. Затем о работе спортивных школ Кашхабльского района по вовлечению детей и молодежи в систематическое занятие физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни рассказал руководитель детско-юношеской спортивной школы Азамат Агиржануков. По последнему вопросу о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в Дмитриевском и Игнатьевском сельских поселениях доложили главы администрации Муртаз Пшизов и Герман Хаджиев. По каждому вопросу главой района даны соответствующие замечания и рекомендации.